На выпасе козам иногда, даже на свободном выпасе, даже без цепи, без привязи, целого поля мало, с кустами, с высокой травой, с колючими сорняками, которые они так любят. Ешь, что хочешь. Места вон сколько места. Иди, куда душе угодно. Ешь, сколько влезет. Лишь бы желудок не остановился. Вот, сколько всего. Целый луг. И все равно, если оставить их одних, они уходят вот на это пшеничное поле. Пусть даже на 5 минут без хозяина. Все равно идут туда. Отнесешь траву кроликам, вернешься. А они уже там, и приходится с палкой их опять назад гнать на вот этот вот замечательный луг с кустами, с сорняками, с гнусом, кровососами, с комарами, со слепнями и так далее. Без хозяина никак, без присмотра идут туда, куда не положено, и едят то, что им нельзя.